Вот и дома, вот он. Инжир, как у нас говорят здесь. Вот и урожай. Прямо здесь на дороге. Вот. Еще. Это сорт королевский. Ну, это висит здесь для прохожих, для гостей, туристов. Ну и прочих проживающих здесь. Да. Обламывали, конечно, ветки. Но ничего. Ее все равно много излишки вот везде. Это перешли мы к сорту лимонному. Его подосильно здесь оборвали. Вот так вот где-то. Вот он. Такой вот он. Здесь он лег на вход. На калитку, прямо на розу. Хмель запутал его. Здесь плохо его видно. Но он тоже очень плодовистый. Ну, заходим. Так, это ежевика бесшипная. О, калиточка тяжелая. Вот она, вот она. Вот ее тут сколько. Вот так вот, вот так вот. Вот. Вот и с левой стороны точно. Вот он еще. Хмель запутал сильно. Вот сорт медовый. А это дальше королевский. Ну и дальше. Это малина, правда. Дальше и пролезть. Вот там вот его. А это саженцы здесь. Для друзей. Это еще малина. Так, и чуть дальше. Да, это снова ежевика бесшипная. Так, вот. Вот красавец. Инжир. Раньше говорили фига, фиговое дерево. Прикрылся фиговым листком. Похоже, что можно этим листком что-то прикрыть. Да. Или в Библии написано смоковница, плоды смоква. Вот такие вот. Вот. Это уже второй урожай. Сентябрьский. А первый урожай чуть поменьше был, но он был в конце июля. Но здесь его еще будет очень много. Еще зеленый. Надо наклоняться ползком, чтобы зайти. Ветки под тяжестью нагнулись. Да. Ну вот он, пожалуйста. Если так, и так. Вот он. Ну, очень урожайно. Очень. Очень много. Еще говорят, винная ягода в народе. Вот, который уже сильно поспел, если его разламываешь, а там вино, как брашка. Я уже такие пособирал и сделал первую флягу. И будет вино. Так, я сейчас остановлю, надо показать другой. Продолжаем. Просто неудобно по этим дебрям ходить с камерой. Я с планшета снимаю, так что неудобно. Пришлось отключать. Вот переходим, второй сорт. Называется Черный Принц. Ну вот он. Вот сколько его. Вот он. Как бы еще лучше показать. Ну вот так вот. Есть спелый, который уже засыхает, вот сам отрывается. А есть еще черный, но не совсем спелый. Ну, вот он еще будет и в октябре, и в ноябре. Вот он сколько его. Очень хорошие веточки. Из каждой веточки не меньше килограмма. И он еще на подходе зеленый. Да, вот так вот. Можно так посмотреть. Можно так. Ну, такая маленькая веточка, вот сколько на них. Хорошие растения. Это огурец что-то прикрепился сюда. Да, вот так вот, так вот еще. Он очень шоколадный такой. На него еще говорят, что шоколадный сорт. Очень вкусный. И этот не прокисает, в отличие от королевского. Вот так вот. Вот, вот. Я не совсем правильно расположил камеру. Ну, куда в эти дебри только можно залезть.
и планшетом. Вот он, вот он, вот он. Ну, вот так вот. А вот я кустом посадил, а это саженцы друзьям заказали. Сорт очень интересный, пробуют все, заказывают. Я саженцев насадил для друзей. Вот еще здесь. Вот так вот, вот они еще здесь. Вот так вот. Большой урожай. Мы его сушим целиком. Получается сушеный, не такой, как в магазине сирийский, пареный. А дальше мы еще его крупный, который королевский, и другие крупные сорта, мы режем и делаем чипсы. Очень хорошо в любое блюдо ложить. Но это потом. Я прервусь, мне надо перебраться в следующее место. У меня 7 сортов его. Каким, как доберусь, я так буду и показывать. А сейчас ставлю на паузу, пошел дальше. Ну, вот инжировые заросли. Кто видит дальше, вот, 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 вот немножечко еще, 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 вот наверху, отхожу дальше, вот так вот, сюда вглубь, вот, вот, вот еще, вот такой вот, вот такой вот, вот, а дальше хурма там, всякое такое, ну вот они. Пожалуйста, все мои фиги. Да, да, да. Это розовый, это другой сорт. Ну, вот так вот.